Привет. Вот сегодня посмотрела в тренде, появился какой-то омут с песней «Не выю». Думаю, что за песня? 400 тысяч просмотров, какой-то новенький. Давайте вместе послушаем, что оно. Так, ну что, поехали. Ай, кучерявенький какой-то. Не слышала ни разу его. Что-то новенький. Она простая, какой-то. Как таблица умножения, но принимает очень сложные решения и реагирует на каждое движение, как искажение и торможение. А ты хотел всего лишь навсего расслабиться, от напряжения, вторжения избавиться. Но постепенно тонешь в море оправданий, как засуха пустыня в жажде ожидания. А ты не в ее планах, не в ее. А ты не в ее, в ее. А ты не в ее планах, не в ее. А ты не в ее, в ее. А ты не в ее. Она на камни наступает каждый раз, как первый. Снова ищет правду там, где ее нет. Но твое сердце на кусочки разрывает стерва, и на твои вопросы не дает ответ. А ты на этой почве под веками забегаешь, и даже на секунду не готов ее отпустить. И даже если ночью в одиночестве мечтаешь, тебе так сложно выбросить ее из головы. О-о-о, а ты не в ее. Ой-ой-ой. Все забирай себе, теперь это твое. А может к лучшему, когда ты больше не в ее. Ты не положишь больше мне руку на плечо. Я в планах не твоих, я больше не при чем. А ты не в ее планах, не в ее. А ты не в ее. В ее планах не в ее, а ты не в ее, в ее, а ты не в ее планах не в ее, а ты не в ее, в ее, а ты не в ее планах не в ее, а ты не в ее, в ее. Чего вдруг не в ее, все равно не поняла. Ну, клип понравился так вот. И подача, и музыка. Понравилось. Ну, вот это ножи, мне кажется, это уже лишнее. Понятно, что ножом в сердце. Любовь и такой, с глубоким смыслом. Ну, а так голос хороший. Наверное, будущая звезда. Я его вообще первый раз вижу. Ну, молоденький. Наверное, все-таки будущая звезда. Пока-пока. До новых встреч.